Я думаю, что даже девушек это впечатлит, когда держишь это в руках. Молоток. Ну, каменный век, топор, да? роговой топор. Отбивать, наверное, да? Шкуры делают. Нет, дерево рубить. Только знать, какое и когда. В каких условиях? Потому что так, конечно, можно его просто сломать. Домашний оберег. То есть это реконструкция, прям. Это реконструкция. Я просто к тому, что. Ведь приятно подержать в руках, правда? Ну да. Приятно. Я удивительно, как дерево-то его. Нет, ну вы замочитесь сначала. Вас раз тяжелее в два раза будет. Ну даже. Андрей, дай мне тоже. Андрей. Круг осиный, Сара. А предки применяли клей из бересты. Клей из бересты, они применяли рыбный клей, это дешевле, быстрее все делать. Так нет, ну вот. И берестовый клей тоже, как и баститка действует. Ну, во всяком случае, от бересты они значит, применяли главное, когда капываешь столбы. Что сделай такое? Лучше пропитать. А, он отворачивает. А я видео снял уже. Да не будешь так? Поздно, да. Значит, позировать. Зачем я вам показываю этот неолит? Затем, чтобы просто впечатлить, когда вещь в руках, приятная вещь, да? Это совсем не то, что вы видите за стеклом. Или на картинке. Вот на этом основан наш музей. Дело в том, что всегда у детей это вообще образное мышление, да? Вон там написано, что это музей из списка Министерства образования, образовательный, да? Им-то хочется увидеть, как было в прошлом все, да? Потому что если, вот как мы всем говорим, сейчас вы увидите лучше, чем прошлое, лучше, чем археологические находки, потому что когда мы находим, например, железный нож в земле, да, мы видим, что он тупой, такое ощущение, что они были идиоты и тупыми ножами пытались что-то резать. Нет, это просто означает, что за 800 лет лежания в земле, значит, там этот нож стал в два раза меньше, там просто острая часть отгнила. Вот. То есть вы видите вещь, какой она не была. А мы посмотрим на то, как оно было. Как оно было. И вот результат вот этих вот работ 20-летних, которые мы провели в Плёсе. Ну, давайте еще все-таки поясню к этим 20 годам. Дело в том, что вот когда уже говорили, что, так сказать, офиневший там этот самый Травкин, вот я уже тогда начал маленький эксперимент, который занял 20 лет, и я думаю, что все будет отписано, то есть в общей сложности там лет за 40-50 это будет все сделано, по локальному изучению, значит, вот этого перехода из местной культуры в русскую культуру. Вот есть территория маленькая, где два идеально сохранившихся памятника. Первое, идеально сохранившийся, ну, археологически идеально действительно сохранившийся, форпост местных финнов, Мирянская крепость, а в общем город, потому что критерии города, они ведь разные, там метро нет, но и здесь метро нет, да? Вот, значит, то есть это совсем не обязательно, что если там нет посады, это не город. Вот. Кстати говоря, может быть, он еще и будет найден. А в дальнейшем там чуть-чуть стороночки там через овраг, да, вот, значит, или там на месте лагеря, где, который мы стояли, вот около, там что-то подозрительно есть. Там, да, ну, кажется, что уж очень слабенько все, слабенький слой. Вот, ну ладно, я просто о том, что вот финский город идеально сохранившийся, вот, и вот идеально сохранившийся древнерусский город. Собственно, Плёс это и есть идеально сохранившийся древнерусский город. В центральной части города улица проходит, как при Юрии Долгоруком. Вот. Что еще? Первое кладбище в черте города сохранилось, курганное. Вот там, холодная гора, мы туда иногда. Вот с эстонцами мы туда как раз овсянку-то искать лазили. Вот. Значит, кроме того, территория крепости. Ну да, срыли до монгольский ров и вал. Собственно, это вот 1410 год, что сегодня. Но раскоп помог показать, где все это было. А самое главное, мы там нашли не только древнейшие крепостные сооружения, но и, например, идеологический центр. А что идеологический центр? А вот то, что ярославцы ищут, не могут найти. Вот. Я имею в виду Медвежий угол, то есть святилище Нижнего Бога. Вот. Там Юма, а в общем-то Велес. Здесь Велес. И в Ярославле Велес, это уже по океан цветах. Да. И в Ростове Велес и так далее, уже такое название. Вот. Ну и что осталось? Осталось найти.